Ну, во всяком случае, он начнет разыгрывать, а потом уж, может, да, Пантелееву отдает передачу. По штрафной, Полубояринов падает, пенальти. Пенальти заработал «Спартак-2». Разыграли красиво угловой. И Полубояринов упал. Ждем. Один ноль. Владислав Пантелеев реализовал пенальти, разбегался медленно. И когда заметил движение Генералова, в правый угол пробил в левый. 1-0.